другой приборчик, который измеряет правильность подключения фазы и нуля, а также наличие земляного провода. Тестер розетка называется. Вот так он выглядит. Там внутри находятся батарейки. Вот этот режим NCV – это бесконтактный поиск проводки. То же самое фактически. То есть здесь дисплей, три кнопки Power, показывает ток утечки, отсечки, как УЗО, и, соответственно, тестится кнопочка. Значит, включается обычным нажатием, там две батарейки есть. Включили, подержали. Все. То есть, если я сейчас суну, то есть, вот это у меня ноль, вот это у меня фаза. То есть, я должен сунуть, и мне должен показать, что все хорошо. То есть, у нас получается L – это фаза, а этот – нейтраль. То есть, провожу тест. Он мне показывает, что вот. Так, я сам не вижу. Да, вот получается фаза, а вот ноль. Пожалуйста, все есть. Все, от этой к этой. То есть N и L. L это линия. Ну, там контакт плохой. Вот. Вот. Ну, пишет, вот, incorrect. То есть неправильно подсоединен, и здесь у вас отсутствует земляной провод. Ну, правильно, розетка двухполюсная. И, соответственно, вот проверять, как. Сейчас покажу наличие. Вот, видно? Вот. Розетка идет. О, все выдернулось. Нет больше ее. Ну, вот таким вот образом. Подносите вот этой. И вот так к розетке идете. Ищите проводку скрытую. Вот. Ну, вот выключается. Вот в следующий раз, если буду звонить где-то, будет там нулевой провод. Постараемся подсоединиться и показать, как работает по-настоящему. Потому что в наших квартирах заземления нету. Вот. Всем пока. С вами был Фасадыч. Ставим лайки, дизлайки. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока.